Ну что ж, добрый вечер всем, как, собственно, мы и обещали, 21.00 по МСК. У нас сегодня стрим DuckTales Remastered. Конечно, сейчас многие-многие группы сейчас играют, стримят, пытаются показать свой скилл, но не мы. Сегодня наше время, нас вы еще не видели, нас еще не смотрели. Все с вами Данил НБ, Лара Голд, Грешник, Алекс Скай. Поэтому давайте начнем. Так, старт New Game, насрать. Значит, не будем выпендриваться на хардах и медиумах. Буду по возможности пропускать всякие... скипать всякие мувики, ибо их много. Будет реально много. Вань Матвейский, здорово. Суть какая? Походу, ограбили... собственно, сейф дядюшки Скруджа. Hurry, Duckworth, hurry! The pedal is to the metal, Mr. McDuck. Лёха, ты тут? Лёха отошёл у нас. Ох, not the Beagle Boys again. If they think they can стан between Scrooge McDuck and his three cubic acres of cash, they've got another thing coming. Ты со своим Линуксом уже совсем мозги потерял. Ну, начало игры, ну, никак явно не на NES, потому что это ремастер, как бы, как сказать, переделанная немножко версия. То есть, буду скипать, типа, спасите, все дела. Ну, и в процессе обучения идет. То есть, что нажать, в каких ситуациях, что делать, и так далее. И так далее. Now that's what I call a stomachache. You will hit on the head, you moronic marauder. Huey, Louie. Thanks, Uncle Scrooge. You're welcome, lad. But Huey, what are you doing here? Это Луи. Well, we saw the Beagle Boys going into the money bin. We? Sure. Да ёптель, дивизию, как... Очень много скипать приходится в процессе игры. Короче, я смотрю. Иди, иди, ладно. Насранец. Иди, иди. Все. Насыди мне драконом тебя опять. Я сильно попытаюсь. Иди, 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 все. Засранец. Эээ, Леха Скай. Че, Леха, уже шпилю? Тут начало игры. Я такое. Так, здесь вот так вот, так вот. Сначала такая типа обучающая тема идет. Показываешь типа, вот, можете нажать на такую кнопочку, чтобы типа двинуть там. Блин, это случайно какая-то. Чтобы типа стукнуть. И так далее. Это явно не для ус. Не для ньюс-кульщиков. Кто играл на Нессе, тот знает. Что да как делать. Ага. Что-то тупанул. А, нет, нет, нет. Значит, нажимаю на кнопочку, вылезает гамбургер. Братья Гавс и по башке. Получает молоточком. Ты спас меня, дядюшка Скрудж. Конечно. Я-то в порядке, а вот Луи... Короче, типа нет. Так, поехали дальше. Если там показывает, что можно шлепнуть по камешку и типа он там дернется. Ой, блин, вот это я даже не... Ну ладно. Скажу сразу, прежде чем стримить, я, конечно, все равно прошел. Еще раз, ну как сказать, она потому что отличается немножко от NES. Не сильно, но отличается. Поэтому мы припозднились со стримом. Но зато пройдем нормально. Так. Но стримит Леха и сейчас все. Ну это понятное дело, это ожидаемый результат. Угу. Мы стримим для своих. Тех, кто приходит на наши стримы. Ой! Ой, ой, ой.
Вот. Короче, спаси меня. You'll never beat us, Scrooge. Это здесь слишком много братьев Гаспар. Не, нет, это обучающая фигня. Там потом уровни пойдут нормально. Короче, спас его из... Алексей, а также у нас присутствует братья Голдс. Ага. Голдс. Ладно, попробуем каждую щелочку просто попасть, посмотреть, что здесь есть. Вы знаете и по несовской версии, то, что здесь могут появиться кристаллы любой месте просто. Кстати, мне что нравится, то, что здесь озвучка главных героев практически идентична американской версии мультфильма. Да. Ну, это у нас типа первый босс. Значит, что, как мы убиваем? Падает сейф. Мы фигачим по нему этим глобусом. Он теряет сознание и по башке вот этой палкой. Все очень просто. Главное весело. Да, вот сделали по еще ЧП Дейла такого же. И ЧП Дейла, и черного плаща надо сделать. Было бы кайфово. Если черного плаща бы сделали, ой. Цены бы не было. Да ёпки, блядь, что же. Словил пару глобусов. А графа вообще, ну, практически точно такая же, вот как... И в мультиках. Что ты сидишь в мультиках, грубо говоря? Ну да. Интерактивная игра. А что, вот это сейф у нас на заднем фоне. Сразу покажу, что с ним можно делать. Да, что это такое? Я не уверен. Но похоже, нашел это. Я что-то... Супер какой-то компьютер нужен, чтобы анализировать программу. И хрен знает, что там дальше. Короче, вот у нас вылез суперкомпьютер. Собственно, как и в игре на NES. Может, там сидит у компьютера, выбирает уровень. It's a treasure map, lads, and no ordinary treasure. Так, я буду скипать, потому что очень много всяких муликов. Не будем... Ладно, насчет сейф покажу. Начнем с самого нуля, там по порядочку и будем проходить. С Амазонки. Понеслась. Get launch pad on the horn. I'm headed to the Amazon jungle. Позовите типа зигзага. Мы полетаем, летим в амазонские джунгли. Мистер Макдак! А Пашка как раз зигзаг ты. Ага. Мистер Макди. Thanks for the lift, Launchpad. Мистер Макди. Макди, да. Ладно, будем скипать. Так. Что здесь сразу бросается в глаза? Значит, нажимаю на старт, у нас появляется такая карта, как бы показывающая точки, где лежит необходимые вещи, которые нужно обязательно собрать, чтобы пройти. Это монетки там какие-то, там еще что-то, части каких-нибудь фиговин. Но их нужно обязательно все пройти и все собрать. Это очень, кстати, помогает для тех, кто не играл в старой версии. А музыка? Главное музыка. Немножко помолчу, чтобы вы послушали, посмотрели на это все дело. Launchpad, I found an ancient coin depicting. Та-да-та-дам, та-д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 а-
Та-та-та-та-та-та.
Так, еще одна монетка. Короче, так, в этом уровне мы должны какие-то монетки найти. Так, здесь мы что-то еще есть. Да, тут, кстати, будет, естественно, миссис Клювди. Миссис Бигли. Миссис Бигли. Вот так вот. Да ёпта дивизия. Ну еще потом, наверное, появится Лёшина любимая няшка. Да, помните. Да. Здесь нет турбокнопочки, поэтому... Бак с прыжками здесь не выйдет. Приходится каждый раз нажимать, если нужно не допрыгнуть, допустим, как в этой ситуации, где у нас шипы наверху уже. Поэтому это сложнее. Когда нажимаю на турбо кнопку на NES, нужно было маленькое расстояние такое пропрыгивать там. Здесь такого нет. Ну это, в принципе, проблема. О, мороженка там было. Но мы не патин деланные, блин. Это же только хардкор, да? Ну да. Ну это как бы не та проблема, которая... На которую стоит платить деньги. Так, вон, полетели дальше. Так, опять мы взяли эту монетку. Интересно было бы, конечно, на русском языке на нее. Ну, в принципе, у меня бы все понятно. Это РТ-шная озвучка, да? Ага. Так, нам на челку. Уж очень хочется мне все ящики снять. И все мармеладки съесть. Точнее, вот эти вот кристаллы Сваровски. Так, нет, 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 вниз, вниз, вниз. Понятно, опять одну монетку взяли, полетели. Тут еще, кстати, слушай, отличие одно есть, то что времени нету на прохождение уровня. Угу. И нахрен она нужна. Ну да. Ну, в месяц-то было. Но надо учитывать то, что здесь внесли некоторые изменения в боссах и так далее. Они немножко подлиннее. У них несколько фаз. Что как бы значительно удлиняет прохождение. Поэтому здесь, наверное, может быть и нет смысла. Да, ну наоборот, был бы смысл какой-то определенный. А такая игра... Похардкорить, блин. Такая игра для олдскульщиков, как бы вспомнить. Былое поиграть старую игрушку. Более современном формате. Так, нет, не сейчас. Так, полетели дальше. Шпили-вили, шпили-вили. Та-да-та-дам. Та-да-та-да. Так, ага. Какие кусачьи цветочки, блин. Так, что у нас здесь? Подойди ко мне, зигзаг. Я кое-что нашел. Подальше хрезать. Типа да, я подлетаю, сейчас прилетает нам этот зигзаг. Зигзаг, Вася Макди. Да. Да, мистер Макди, я подлетел, типа. Не буду я тут выпендриваться и так далее, тут прыгать, собирать камушки.
Я просто тупо пролечу. Не вижу прям такой мере необходимости, но это для тех, кто хочет уж прямо все собрать. Ну, тупо пролетели. Oh, I did it! I found a legendary temple of Manco. Я нашел легендарный замок физик такого названия. Pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on. Я буду тебя ждать здесь, когда найду какой-то скипетр. Короче, мы тут за скипетром идем. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так. Так, о! Да, здесь секретики такие же, как и на Нессе. Кто помнит, сразу сюда завернет. По-любому. Так. Хорошо, что они другую музыку сюда не воткнули. Да-да-да. А именно вот ту самую. Классику только в нормальной аранжировке. Ну. Так, куда нам? Так, все нормально. Живы, 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 живы. Эх, вара, 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 вара. Как мультик. Как в сказке, точнее. Как... Да, вара, вара, краса, краса. А с моим шикарным картавлением это вообще прекрасно звучит, наверное. Ладно. Нельзя винить ангела за его крылья. Я об этом знаю. Так, мочим по сундукам. Надеюсь, все стандартно. Полетели. Так. Вот я лох повелся на кристалл, ну ладно. Да ёпта, дивизия, ну ладно. Есть, нормально, все, побежали. Если честно, думаю, что мы сейчас сдохнем. Так, идем правильно. Здесь, наверное, какие-то кристаллы есть, да. Не забывайте прыгать в пустых местах, допустим. Они могут просто... Просто-напросто появиться какие-нибудь кристаллы. Так, ага. Если Саня Матюнин присутствует, видишь, такие зеленые удавы. Странно, кстати, что он не пришел, ну ладно. Я вам приглашение кидал. А грешник у нас, кстати, отвалился, он за кукурузу убежал. Да. У нас скоро попа слипнется, я чувствую, я подойдет. Потому что я лентяй. Да. Скажите, когда картиночка появится? Я, конечно, по херу сделал два раза. Неохота склеивать. Так. Так, ну и все. Собственно. Вот у нас первый босс сейчас будет. There it is, the King's Scepter. О боже, это же как королевский скипетр. Это было так просто, говорит, его найти. А на самом деле сейчас как босс на вылезет. Босс, собственно, такой же, как и на Нессе. Башка, короче, такая каменная будет прыгать. Но с некоторыми изменениями. Ой. Тут еще будут кое-какие дополнительные магические всякие фигни. Ну давай прыгаем. Все очень просто, прыгаем ей. Так. Здесь, понятное дело, забираемся как можно выше, как можно ниже по ситуации. Вот мы лохи. Я точнее. Ах.
их сообразил, куда двигаться. Так, иди сюда. Это, в принципе, не сложно совсем. Все, башка появляется, только единственное, что теперь она будет... Нужно подпрыгивать, когда она будет, блин, вот такой сильный удар делать. Чтобы это, типа, волной не шандарахнуло. Так, все, мы получили мороженое. Ай-яй-яй. Последний момент. Прикольно, да, Леха? Ну да. И так, и на каждый босс какая-то вот есть фишечка изменения какие-то. Ах ты, козлина. Ну все, первый босс очень шустренько убивается. Все понятно. Немножко эпичненькое завершение каждого уровня. Вы должны лететь. Нет, говорит, я типа это без скипетра никуда не полечу. Get us out of here, launchpad. Can't believe we came all this way. Лёх, ты, кстати, на зигзага смахиваешь. Да. Такой здоровый. Outsider. Our prophecies have long. Короче, в результате вот эти племя, которое скажет тебе спасибо, ты спас наш народ, типа сотни лет, типа мы были в рабстве. И, короче, по-моему, они ему отдадут этот скипетр. Well, now that you mention it. I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose. Does it look like? Да, они отдали ему скипетр. Ладно, пропускаем. Взяли мы скипетр, все. Та-да-да-да-да-да! Stage clear. Все, у нас сейвинг происходит, соответственно. Кстати, штука какая, не сейвится. То есть прошел уровень. Сейвится. Ну, можешь. Начинается с последнего места. Короче, взяли мы скипетр. Смотри, Лёх, кстати, какая штука здесь есть еще. Здесь можно забраться в свой сейф и прямо с удовольствием нырнуть целую кучу золота. Как в мультике. Да, он же любил там купаться в волнах своего бабла. Можно вот так вот забраться. Это так по фану сделано. Забраться сам вверх и... Кайф. А вон и скипетр лежит. Да-да-да, короче, когда мы будем получать... Да-да, все здесь будет, хранилище. Да-да-да. Ну что, побежали с нашим суперкомпьютером. Трансильвания. О, вчера мы с Ларисой играли. В Трансильвании прилично посидели. Немножко такой интересный уровень. Но, в принципе, и на NES немножечко такой подзапутанный из-за своих этих самых зеркал. Потому что я с трудом вспоминал, куда там бежать. О, кстати, Поночка. Няша, да. Boy, it's kind of creepy out here, isn't it? Uncle Scrooge, we're not gonna break into this guy. Короче, проскипаем, пропускаем. Все, полетели. Та-та-та-та. Вот музон-то сейчас классный будет. Now you boys stay put. Значит так, ребята, стоять здесь. I'll be back with the treasure. Я за вами вернусь. Oh, nuts. We wanna come with you. Мы хотим пойти с тобой, дядя Скрудж. Don't worry. Не беспокойтесь. Я вернусь, как только найду какое-то очень сокровище. Короче, что-то он найдет.
И поехали! Так, значит, нам нужно, чтобы не сделать ошибок. Пойдем по списочку. О! Взяли неуязвимость. Ну, было бы интересно, конечно, бейткап этот проходить. Угу. Но я не помню, поэтому... Чтобы не фейлиться, я лучше посмотрю. Чтобы мы тут не возвращали 50 раз. Вот эти сраные привидения. Так, блин, сколько кристаллов-то падает. Кристаллы просто так падают. Ты, по сути, прыгаешь, фиг знает где, у тебя кристаллы падают прямо на башку. Угу. Так, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас здесь спустимся вниз. Так, здесь вот наверное какие-нибудь кристаллы есть. Да нет, мы должны. Ну что? Печаль. Здесь нам точно ничего. Ничего нет. Дабстеп такой. Там та-да-да. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так, ага. Так, 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 так. Нормально. Ай-яй. Да шо ж ты? Так, ага. Еще дальше. Дядя Скрудж, пусти меня вниз. Это, короче, как я вчера называл, салфетка в очках. Короче, тут братья Гавс. Похитили. Так, мы взяли часть. Бигл Бой, понял, братья Гавс. Короче, взяли какой-то свиток. Кусочек какого-то свитка. Он необходим, чтобы открыть самое здоровое зеркало, по-моему. Типа там заклинание. Так, вот здесь у нас... Ой, лох! Ну ладно. Надо было по ящикам пропрыгнуть, и там секретный комнат. Ну ладно. Ну чё, мы там не хватали бы опять кристаллов. Вот, ну, всё. Запамятовал этот момент. Это не помешает нам пройти игру. Так, значит, здесь у нас как раз находится вот это самое здоровое зеркало. Так. Я не помню, нужно ли... Да ёпти дивизию. Опа. Хорошо, что там мороженое падает. Эй, Вася! Ну, конел в упор, то что подошел. А, и тебе тоже. Так. Сейчас мы туда зайдем. Если никак, какие-нибудь кристаллы. Ага, вот секретная комната. Значит, сердечко, которое нам дает возможность уже с четырьмя сердечками играть, а не с тремя. Пополнение ХП. Да. Лёх, повышение ХП. Так. Ну давай, Вася, давай, подойди ко мне.
Ну. Так, и так идем. Здесь по щам. По щам. Здесь тоже по щам всем. Так, здесь нет кристаллов, что ли? Ну чё, фигуришься, ребят? Так, здесь у нас уже другой наш, собственно, утенок. И опять эта салфетка в очках. Но уже с одним привидением. Следующая салфетка в очках будет уже с двумя привидениями. Типа, усложнили ее. Если честно, ни хрена не сложно. Ну ладно, пропустили. Да-да-да-да-да. Все окей. Нахватали бриллиантов. Да ёпки. Вот эти привидения, кстати, по-моему, не убиваются. Они на месте не убивались. Вот падлы, а? Падлы. И только там обходить. Там их перепрыгивать нужно было там. Угу. Или пробегать. О, так вот это вот мне вот это жопа, конечно, ребятки. А ну вот так сделали. Ай, на! Так, все, поднимаемся наверх. И пошли дальше. Что? Ну, Леша, уже, кстати, это, сам Бог велел тебе после этой штуки пройти первую часть на NES. Да. Ну вот, мы добавились до этого зеркала, но, к сожалению, воспользоваться его, типа, магией не можем. Вот он понимает, что, типа, мне не хватает всего, типа, этого заклинания. Короче, сейчас будем это все собирать. Сюда! Я сюда. Ах ты, бублик. Нифига себе. Ну ладно. А, блин, ну тогда следовало ожидать, что у меня заденет. Так. Ах, успел. Успел, успел, успел. Ну-ка сюда. Сюда. Да. Так, давай, иди, иди еще раз направо. Ох ты, жукан! Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Да. Как показывает практика, лучше сначала почесать, прежде чем сделать ход. То бишь подумать или подождать. Или не торопиться. Потому что я думал, что он только будет к этой, что гире идти. И ко мне, а он, оказывается, все-таки отходит. Спустя какое-то время. Так, что здесь? Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, что у нас здесь? Мороженое! Может, хорошо. Так, мы правильно идем-то? Правильно. Но нам нужно каким-то образом попасть наверх. А все потому, что я, походу, в зеркало не зашел. Ну ладно. Да. Мне все время бесил звук от этого зеркала, которое... На Нессе, да. У меня такое ощущение, что у меня зубы сверкают. Здесь они, слава богу, это немножко изменили. Ага. Все, вот оно зеркало, которое я зашел. Да, и появились изменения какие. То есть здесь появились гонки на
типа таких тележков. Можно рисковать в прыжке собирать какие-нибудь эти бриллианты. А можно ни хрена этого не делать. Ну, на первой части тоже было. Да. Прикольно. На месте тоже была такая фишка. Угу. Только она немножко проще. Проще? Я что-то вообще из себя вот не очень помню. Поэтому я... Так, значит, что у нас здесь? Это у нас уже у нас зеленый утенок. Дядя Скруч, собственно. Опять салфетка в очках. И два уже, по-моему, привидения неубиваемых. Что, конечно, неприятно. И нас уже сердечко отобрали. Спасибо разработчикам за неубиваемые привидения. И они летят рандомно, то есть они тупо могут прямо лететь, прямо на скружи. Ах ты скотина, ты хотел похитить моего утенка зеленого. Давай, дядя Скруч, наваляем по щам, да? Полетели. Нормально. Здесь все просто. Успеваем прыгнуть. А последнего, блин, вот он. Ну ладно. Что-то там про ланчпада сказал. Ланчпад? Знаешь как, не ланчпад, а тачпад. Зак, макряк. Лёха, а как звали чёрного плаща? Чёрного плаща? Только не говори, что ты не помнишь. Да я не помню. Кряк лапчатый. Вот он, мисс и Сибирь. Да. О, господи. Мы же напроколодались. Миссис Крюгдия, собственно. Мороженое и торт. Спасибо, миссис Бикли. Так вот. Пополнили запас ХП. Ой-ой-ой. Так, нет, наверх. Так. Ага. Вот так вот. Окей. И вот... Здесь вот. А, блин, ну ладно. Надо было сначала его. Надо было активировать, потом. Ну да. Все правильно. Ну что ж, у нас теперь осталось вернуться к здоровому зеркалу. Мы все собрали. Синитки. Да. Все собрали. Блин, вот. На. А когда вот эти вот, как его, мумии вот эти вот, качки вот эти. Он реально, да. Звук такой был тоже. Мерзкий такой. И практически такой же мерзкий, как и когда в зеркало заходил. Да и куда? Куда ты побежал? А ну да, все правильно. Все. Побежали мы к этому зеркалу. Luck of the ducks. I solved the riddle. What riddle? Побежали три наших негодяя, блин. Boys, I... Красный, зеленый, голубой. Так, здесь у нас должны быть пару кристаллов. Их надо забрать. Ну, собственно, заходим в зеркало. Нет, все-таки один кристалл был. Так, да, вот этот уровень, он был. Блин, вот скотина, она все-таки задела меня. Да ну нафиг! Так, надо шевелить помидор. Блин, а вот... Как они бесят.
Два раза меня задел, скотина. Так, красный бриллиант был. Сейчас у нас, по-моему, магика будет, да. Вот, кстати, на магике будет вообще офигенно все. Сейчас вы видите разницу, значит, что с ней происходит? Она стреляет вот такими хренями, которые не нужно попадать, естественно. Дистанцию здесь, конечно, чувствовать стоит. А здесь, блин, вот и лоб. Запрыгивать. И с каждым разом их будет все больше и больше. Охренеть, нас убили. Ну, у меня, конечно, нехило покоцали эти привидения вначале. Да что ж ты будешь делать-то? Сволочи. Да, ну естественно превращается в эту непонятную воронятину. Ну, здесь, конечно, все просто очень. Так, и стреляет еще. А, если нельзя стоять, надо сразу же мочить. А что ж ты делаешь-то, сволочь-то, а? Что-то как-то вчера мне легче походилось. Если честно. Ну ладно. Нормально? Ну давай, давай. Гусяна. Ну да. Девочка под харковой стала. Это вам не мелочь по карманам тырить. Блин, она все-таки задела. Блин, капец, она меня убила. Вот так вот. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вот. Не предугадаешь, что она сделает в следующий момент. Либо она сверху. Либо снизу эту штуку пустит. Ну хоть постоянно прыгает. Ну да, может если только надо, попробовать постоянно прыгать. Как ситуацию подстраиваться. Давай, давай, воронять его. Добьем, добьем всего. На тебе по волосам. Что я стою жду, надо было сразу идти, а вот и как. Все нормально. Ага. На тебе еще. Да. Так, нормально, нормально. На. Давай, иди сюда. И по щам. Охрен тебе, не попадешь. И сразу бьем. И опять она возвращается в эту ворону. Что, собственно... Как же ты ужил? Я же попадал. Попал по тебе. Нет, так нельзя. Ну твоя тетя, да? Я все думаю, когда она сдохнет уже. О, нам мороженое дали. Все.
Допинали мы эту засранку. Ах ты, старый негодяй, что ж ты делаешь-то? You haven't seen Rust of Magic at the spell. Она, кстати, такая сипелявая в лосе. Я когда-нибудь за тобой все вернусь, дядя Скрутс. Так, что-то не понятно, что происходит. Ага, сейвинг все пошел, да. Все, пошли мы до уровня. Дальше. Вот на Трансильвании тоже вчера я... Долговато я что-то это самое. Так, и все, победили мы магику. Собственно, третий уровень африканский. African Mines. Что такое African Mines? Mines. Шахты. Шахты. Окей. Пропускаем. Часто как не лагает, кстати. Да, нормально вроде. Собственно, винт. This is the place. I can feel all those diamonds singing to me. And it's a right pretty song too. Gyro. Винт что-то там ремонтирует. Он сейчас будет просить, что какие-то детали. It's an unbreakable diamond tether, Mr. McDuck. I made it myself. А, короче, сломался какой-то аппарат, который добывает алмазы в шахтах. Вот, собственно. Наш дядюшка Скрудж, походу, будет искать какие-то детали. Пропускаем. Вот эти улитки, это не улитки, это как какие-то жвачки вообще с глазами. Угу. Сейчас увидишь, они такие сумасшедшие. Это слизняки должны быть. Да, они такие сумасшедшие, что реально смешно. Я когда смотрел, я ржал до слез просто. Так. И музычка, конечно. Вообще кайфово здесь. Так, ладно, скипаем. Так, здесь нужно, чтобы спуститься шаг, нужно что-то взять. Это краб, ну ладно. Да что-то повезлось. Так, все, мы взяли. Так, взяли. А, ключи для запуска этой фигни. Возвращаемся обратно, спускаемся в шахты. Полетели. Блин, это у тебя летучая мышка-то вообще. Слушай, а тебе не понятно, эта улитка? Именно глаза такие смешные, как у Спанч Боба, знаешь? Гэри! Так, ладно, спускаем. Спускаемся. Так, что у нас здесь? Здесь у нас наверняка какие-нибудь бриллианты. О, здесь так, секретная фигня. И здесь мы находим сердечко, которое поднимает нам хп на одно мгновение. Отлично. Так, что давайте посмотрим, что справа. Тут наверняка. А тут миссис Бикли. Сейчас она набросала нам опять два мороженого. Торт. Почему у нас благополучно все слиплось? О, здесь еще какая-то секреточка есть. Ну, кстати, вот эту секретку я, когда я вас проходил, обошел почему-то. Видимо. Нифига себе. Ну ладно. Так. Так, а здесь мы были? Да, здесь мы были, все. А, или не были? Были. Да, были. Спускаемся, собственно, ниже. Ой-ой-ой-ой-ой! За нами камушек такой нехилый. Мы его пропустим, по нему можно просто попрыгать. Не помню, вернется он? Нет, не вернется. Хорошо. Гели! Так, не понял. А, ну да. Все правильно. Я подумал, что нам нужно сначала вниз.
А-а-а, цветок схватил меня, сволочь. Мы сбикли, блин. Она что придумает, а? О-о-о, здесь была секретка, профукала я. Ну ладно. Секреточка. Ну, ничего страшного. Так, есть кристаллы. Бриллианты. А здесь ведь красные самые такие типа крутые, да? Больше всего очков дают. Так, здесь у нас наверняка какие-нибудь ящики, поэтому не торопитесь, здесь надо их пооткрывать. Потом уже шлёмбить. Да, один не профукали, ну ладно. Да-да-да-да-да. Так, здесь наверняка какой-то еще один. Ну, один, один. Раз, есть. Два. Ай-яй-яй-яй. Эх, жалко, жалко, один все-таки мы пропустили. Ладно. Та-та-та. О, сейчас опять, собственно, наш нас покатится здоровенный кровельный шар. А, я хочу шар вот этот бриллиантик, все. Побежали, 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 побежали. Мистер Магди жжет, собственно. О, как, вот оно. Вот он еще. Михалыч. Давайте посмотрим, что здесь. Наверняка есть какие-нибудь. Да-да-да-да-да-да, точно так оказалось. Здесь лежал у нас ящичек. Ах ты скотина, а! Выпрыгнул, собственно. Неожиданно. Ой, чуть не умер. Ой-ой-ой-ой. Так, здесь вот так вот. Те же самые утки, как и на Нессе. Собственно. Их легко определить по пузырькам на воде, поэтому. Но есть все-таки гадины, которые могут в самый ненужный момент вывести. Как бы сейчас. Так, все, да. Так, здесь, наверное, у нас какие-нибудь сундучки. Да, сундучок. Так, сначала верхний берем. Соответственно, нижний. Ой-ой-ой. Так, ну здесь уже вот так вот. Ага. И... Мне кто-то что-то пишет в скайпе, или... Ребят, я не смогу, к сожалению. Лёха, если там что-то пишет, если, ты уж не говори, ладно? Я не могу ничего прочитать. Ибо... Блин, включай с ним. Сворачивать. Йоп! Малёк. Пошли дальше. Ааа, блин. Скотина, а. Цветы, блин, губастые. Мы сели, встали, сели мороженое и взяли красный вариант. И еще одно мороженое. Ааа, вот это фейл, да. Я не допрыгнул, прикинь. Стыд, позор и садомия просто. Ладно, нам, видимо, нужно в самый последний момент прыгнуть. Так, это все и просто, на самом деле. Самый последний момент. И, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, в каждом уровне будут вот эти тележки. Вот мы попали, собственно, к боссу. Босс у нас вообще какая-то жвачка. Если вы помните, он такой шар такой превращался и крутился. Ну, второй звезде. Да-да. Здесь помимо просто крутилки у него будет
небольшое еще изменение, собственно. Что неудивительно. И что приятно, на самом деле. Что было бы неинтересно, на самом деле, взять просто так, просто в улучшенной графике и играть, ну, практически 100% идентичный игру, было бы неинтересно. Хорошо, что они это не сделали. На тебе. Братья Гэлс. Опа, 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 красный бриллиант! А-а-а! Насрать на сердце. Мы же... Скупые ребята, мы любим деньги. Я имею в виду дядюшку Скрудж. Этот бриллиант надо пропускать. Не хочется. Опа, еще два. Так, ну туда я не пойду. Опять я целая куча гири. Вот этот цветок. Отлично. Нет. Ахифуительно. О. Хотел сказать наоборот. Да. Так, а здесь, по-моему, у меня должны быть бриллиантики лежать. Ну-ка, где они? Вот он. Ну вот тут, по-моему, будет. Нет. Нет. Желе какое-то, улика. Блин. Да мать твою дивизию! Извиняюсь за мой французский. Ну нафиг тебя. Отлечу все. Ну, собственно, попали мы к королю каких-то желе. Король груш каких-то. Сейчас будем его мочить. Ну что здесь? Собственно, все то же самое. Получается шарик. Крутится, но еще есть у него... Не помню, что-то еще будет. Что-то будет еще. Да. А, да-да-да, будет что-то вызывать. Да-да-да, шарики нужно будет всплывать. На них попрыгивать на этой... Да, точно. Я забыл, забыл. Ну, тут еще что-то будет. Это будет, он в гон что-то скажет, это заорет, и еще что-то будет. А, другая мелодия. А, камни будут падать. Да, ну здесь... Как только тени видите на земле, оттуда уходите. Все, все, я теперь понял. Ну это все. Вот это все изменения, которые у меня появились. Это пропрыгать на шариках. Как вы видите, желтые нотки. Это значит... Это камни будут падать. Если, по-моему, синие, то там уже будут вот эти шарики с левой стороны. У вас катится. Да, вот синие нотки, и сейчас будут шарики. Все. Ух ты, сону задели, а? Вот король жвачек, а? Все, ну... Легко валится. О, господи, незнакомец. Все, забирай, типа. А, кстати, мы зачем сюда зашли? Он какой-то кристалл или что он достает? А, бриллианты? Да, бриллианты. Хотя particular one I'm after is a fair bit bigger. Ты как бы находил, типа, мой бриллиант какой-то. А, тот самый бриллиант, который, типа, нашел там в скалах каких-то. You don't say.
Короче, видимо, он нашел, типа, то, чего я сказал, не слышишь. Какой-то бриллиант. А, пропустим эту фигню. Отдали нам, собственно, этот бриллиант. Ну, забираем благополучно. И уровень пройден. Классно в стиле утиных историй шрифт сделали. Круто. Все, прошли мы 3 уровня, почитали всякие там баллы, свои очки, всякие собранные бриллианты. Пропускаем, скипаем всякую болтовню. Надо эту кубар заплатить. Да, и Гималаи. Там все будет снежное. Ларисе, кстати, очень понравился турнир, там всякие кролики прыгают белые. Ой, зайцы, зайцы. Особенно вот эти, извиняюсь, сраные, блин, белые козлы, которые прямо в упор на тебя бегут. Вот это они подбешивают, если честно. Launchpad. I told you to land in the center of the mountain range, not in the center of a mountain. Gee, Mr. McTee. Окей, ладно, пропускаем. Поехали. На каком самолете будет? Зигзаг как обычно. Мне очень нравится, так все белое такое. Так, ярко. О, вот этот белый козел меня постоянно сбивает. Мистер Магди, блин. Ну, блин, козлина, а, летит тут на меня там. Да, блин! Так. Так, не понял. А нас так, ладно, пойдем вперед. Как мы играем? Не помню, не помню, как он нас слышит. Ой, 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 ой. Так, желтый бриллиантик. Куда нам идти? Вниз. Полетели вниз. Так. Здесь должны быть бриллианты. Бриллиантов, бриллиантов. Вместо бриллиантов надо летать. Нормально. Что, если что лишь? Не, не, должно быть что-то еще. О! Лёд. Да. Я сейчас отойду на пару слов. Окей. Окей. Так. Зайцы, 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 зайцы. Так, вот мы нашли какую-то деталь. А, значит, у нас здесь... Типа, разбился самолет, что ли? И мы ищем деталь от этого... О, самолета. Чтобы его собрать. У нас его, конечно, благополучно свистнули зайцы. Как это... Собственно, как бы это банально не звучало. Но зайцы крадут двигатель. Самолет. Так, а вот здесь, кстати, как-то мы... Что-то как-то что-то было то самое. Ладно, будем надеяться, что это не так развило. А, здесь у нас секреточка. Ой-ой-ой, бриллиант, 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 никуда не бежишь. Так. Так, о, еще полурапик. Все, отлично. Давай, папа. Охрен тебе. Охрен тебе. Не достанешь. Не достанешь. Опа. Ты ведьма. Опа. Так, у нас здесь что, что, что? Здесь бриллиантики, у нас бриллиантики. Сейчас бы... Ну, здесь нет. Я первый. А, попрыгай здесь, может быть, что-нибудь. Нет, ничего нет. Так. Так, зайцы. Опа, так, мы нашли какую-то штуку. Еще одну какую-то деталь. Отлично. Так. Блин, чуть не задело.
Так, тут у нас... Ооо, они, кстати, должны были дома. Двое отвалиться. Ну ладно. Жизнь у нас. Дофигища. Значку не будем убивать. Он не мешает. Так, вот у нас одна фигня. Ну, в принципе, она может не обязательно, потому что там нету того, что нам нужно для прохождения уровня. Там, наверное, просто бриллианты лежат. Так, а здесь у нас... Ой-ой-ой-ой, красный бриллиант, ребят. Не зря запрыгнул. Факультет, а, все-таки достал. Давай бриллиант. Берем. Так, все, окей, начнем вверх. Так, здесь наверняка что-нибудь есть. А, здесь... Да, есть. Здесь есть. Здесь вот я помню немножко... Не сообразил сначала, что нужно вот так сделать. То есть в прыжке еще успеть. Так, здесь у нас есть, тут у нас на какой-то ящик есть. Ну, а если просто убить? А, значит просто бил для килла вот этого паука. О! Блядь. Батя Гос. Так, здесь секрет. О, секреточка. Не понял, почему нет? Почему нет? Ага. А, нет, это не секрет, нас не пускает. Не пускает, странно. Блин, эти горные козлы. А, сволочь, что-то задел. Так, мороженое, мороженое. Да, кто может быть не знает, хотя сомневаюсь, что такие есть. Мороженое пополняет одно сердечко. Тортик, по-моему, все жизни. Блин, все сердечки. Тут, блин, блин, козел. Реально козел. Will wonders never cease. Launchpad, that crate looks almost airworthy. Don't crack up, but you can't fix up, I always say. Так, что у нас? А вот в чем дело, мы не все взяли, ребята, не все взяли. Почему? Потому что нам нужно было здесь идти понизу. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да. Ладно. Ну ничего, зато... Возьмем варианты там, где, может быть, мы их упустили. Блин, да козел ты! Просто белый козел. Забили тебя. Да нет. Упустил одно место. И там не взял детали, типа, от самолета. Вот здесь внизу мы не были. Не, почему были? А, она, да, ниже, ниже, вот она. Да. Все, полетели дальше, взяли бриллиантик. Вот, да, отлично, еще желтенький упал. И красненький еще. А фиг ты не достанешь. Опа. Ай-яй-яй. Блин, ты зайца шустрый. Ай! Иди сюда. Вон тебя. Оооо, сердечко, отлично. Так, взяли еще одну деталь. Все, нам осталось еще одну взять. Ты представляешь, зайцы украли детали от самолета. Таким образом, блин. А вот как? Налетели все мафии, короче, и свистанули, собственно, все детали самолета. Двигатель там, еще что-то. Это же так обычно, да?
когда зайцы наглым образом кровы. А, во, кстати, да. Ты помнишь, кстати, Буба Дак-то? Типа, такой древняя утка такая, с дубиночкой. Ну, вот сейчас он будет, короче. Ну, он же будет разбивать. Да-да-да-да-да. Кстати, озвучка, как в мультике. Короче, ты должен мне помочь. Сейчас он будет бегать с этой дубиночкой. И ломать нам всякие стенки, ледяные кубики, которые нам сложнее гораздо. Ну, можно будет, по-моему. Всех зайцев по башкам. Так, нет, перепрыгнули, возьмем билетик. Давай. Мочи. Так. Отлично. Давай, мочи. И вот этот. Иди сюда. Вот этот, убей. Нет, он еще. Ты послышался, он сказал хуба-буба. А, уже Буба Дак. Так, иди сюда. Он разбил это. Та-дам. Что-то у нас сегодня прям пруд-пруд красные бриллианты, ребята. Штуки тысячи на поверх. Так. А вот здесь у нас, наверное, какой-то подвох. Буба-буба. Ну ладно, мочи. Это конец нашего пути, Буба. Короче, понятно, он говорит, что он хочет домой, тебе этот зигзаг типа поможет. Тебя отправят. А теперь типа не мешай. Так. Варианты? Да. Все, взяли мы все части, запчасти самолета. Мы побежали туда, в зигзагу. Пусть уж нас нахрен отсюда уносит. Та-т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 а. Так, вот здесь вот я должен все-таки. Блин, облом. Нет, не секрет. Все-таки. Ну, козлы, а! Горный. Блин. Негодяй. Все, побежали к зигзагу. Отдаем ему все запчасти. Here you go, launch pad. Good as new. Держи зигзаг, как новенький. Just a tick, Mr. McD. This order. Do it. Опа, оставалось у нас почему-то, что у нас шпонка спряталась в самолете. Webigail. Webigail, привет, Webigail. I wanted to see the pretty crown of the Scrooge. Пуси, типа там. Off we go. Nothing but blue skies ahead. Clear as a bell. Not a cloud in sight. Ха, мне нравится, зигзаг значит, сидит сзади и три утки на передней дырке сидят. If anything, we need to lighten the plane. Именно нереально просторно. Так, вот здесь у нас что? Здесь у нас этот... Come on, boys! One old duck with a cane shouldn't be any trouble. Как его зовут-то вот этого? Глангольд? Или чего там? Ай-яй-яй-яй, нужно стрелять вот так, да. Лёх, как вот этого зовут? Другую утку, зелёного там. Конкурента-то нашего. Не помнишь? Глангольд. У нас прыгают братья Гавс, и с пушки падают всякие снаряды, которые нужно просто отщелкивать, чтобы они летели в этого Глангольда. Очень просто. Я не помню, есть ли это на Нессе. Что-то
Hurry, you fools! He's catching up! Hey! Scrooge! Все, дальше. Мы сделали фаталити. Назвучка вообще классная. We're close to that treasure now. I can almost smell it. А, да, тут же будет босс снежная фигня какая-то, по-моему. Да, снежный человек. Что неудивительно, в принципе, да, для зимнего уровня. Наверняка какая-то страшная зимняя фигня будет. Вот удавчик наш, какавчик. Меня убил заяц, он меня тупо скинул. Тут же отбрасывает. Вот заяц-то какой, а негодяй. А я у тебя дома попустил, не стал убивать его. Нет, мы зайчиков любим. Хрен там, на зайце мочат только в путь. Так, здесь надо какие-то глянуть. Нет, тортик. Вот, собственно, мы добрались до босса. Красавчик. Так, здесь что-то... Так, подпрыгиваем. 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 Присели. Слушай, а чё так убивать-то? Я забыл. Ага. А, оно же, конечно, в прыжке, когда он прыгает. Двигаться вперед в противоположную сторону. Все понятно, я вспомнил. Все очень просто. И не попадаться под этот, который нападает сверху. И по щам камню. Это печаль, печаль. Ах ты гадина. Так, нужно тогда ждать, когда он на середину выбежит. На! Есть. Ну, все... А, ну под верхние такие две штуки. Под ледяные. Опа. Давай, давай. Ааа, сволочь. Так. На по щам, падла. Вот так. Лёха, помнишь, раньше был сериал Гарри, снежный человек? Ну, было дело, потом... Ржал вообще. Как он там своего хозяина бросал, там, взял за голову, кинул на полосе. Чмо такое. А вот теперь по щам. Блин, вот это... Фейл. На! Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, как же мне его подловить-то? Ну, Удав спрашивает, мне звонить? Что? Удав, говорю, спрашивает, мне звонить? Ну, добавь его, конечно. Можешь добавить? Я попал. Да ёб ты, дивизия! Да ёб! Да. И как? А я не могу добавить. Саня, я сейчас как его, вот этого босса убью и тебя добавлю в конфу сам. Да что ж ты будешь делать-то? Да это хрень какая-то. Так, я вас, наверное, покину на чуть-чуть, у меня машина будет перезагрузиться. Ага, окей. Блин, вот не вовремя ты! Блин. Ну ладно. Сразу же. Есть. Ну давай.
Опа! Нафиг там? Давай, иди сюда, негодяй. Да блин! У тебя уже слов других нет. Либо нужно сразу это делать. То есть как только он... Да, попробую так и сделать, моментально шлепнуть камнем. Моментально, чтобы он не успел что сделать. Да, да, да. Все, слава богу. Он такой хороший, где рискуешь. Так, я сейчас добавляю удава 213. Удавчик, удавчик, удавчик. Удав, у тебя опять какая-то шикарная аватарка. Привет. Как оно? Сань. Угу. Как оно, говорю? Да, вот это же полгода пролетели. Короче, ладно, я пропускаю болтовню. Та-да-да-да! Все пролетели наконец-то. Что? На этого босса. Этот уровень Гималаи. Так, ну что ж, у нас, по-моему, осталась только луна. И еще один финальный. Лёх, кстати, хочешь прикол? Хочу. Этот, кстати, на балу знаки ее уже сегодня прошли. Ну и что? Я вчера еще прошел. Да и ладно, господи. Где только не прошли уже. И Daddy Forever прошел, и Barrel Jumpers. И чего? Ну что, исключение, что ли? Точнее, не исключение. Мы тоже пройдем. Как нихер делать. Я прошел сегодня уже. Ой, вчера еще проходил. Во сколько? Я как вчера скачал, сразу стал играть. И прошел. Но вчера был незапланированный стрим, поэтому я перепрохожу с объявлением на стриме. Так, последний уровень. Луна. Предпоследний. Самый шикарный музон в этой игре, на мой взгляд. Мне он больше всех нравится. Что это такое? Что у нас здесь? Какая задача? Здесь мы должны найти части костюма Супер Кряка. Или как он там? Супер Кряк. Сразу наверх. Всякие тут гуманоиды. Со смешными глазами и жопами. Слушай, я пришел на руку. Я пришел на Наруто курить. Все за тебя. Кому надо, тот уходит, кому надо, тот остается. То есть проблем тут никакой нету. Неудивительно, потому что многие уже проходили эту игру, но кто с нами, тот с нами. И нет, потом откуда скачать вам. Да что вы говорите, а? 500 рублей. 520 игра стоит. Ну, окей. Да шучу. Там, конечно. Что за нахер? Я не могу поверить. Так. Делать погромче игру. Саня включил граждан купе, ну ладно, ты его право. Продолжаем стрим. Ой, потише сделай, потише. Я думал, что у нас у Александра исключительное чувство юмора, но почему-то он шуток не понимает. Почему-то. На этот раз не понял. Так. Направо.
Так, это шлем у нас. Чё он так написал? Я еще... Конечно, гражданка, блин, фигли, ты с такси ведешь, обижаешься вообще на детские шутки, блин, вообще. По-моему, так только она и делает. Так. А справа у нас что? Справа... Так, здесь наконец есть кристаллы. Взяли. Так, здесь будет очень интересный уровень, здесь будет гравитация. Вот мы сейчас мы спасем вот этого. Как его там в реале зовут? Фентон. Так, что нужно здесь сделать? Нужно очень быстренько активировать три рычага, чтобы были зеленым. По шустрому ищем за третьим. Ну, в общем, просто все. Ладно, пропускаем. Полетели дальше. Сань, извини, я не могу постоянно вот сворачивать игру и смотреть что в скайпе, потому что я на полный экран играю, я отвечу попозже, хорошо? Так. А где я? А, да. Все, вот у нас открылось. Поле мы взяли игру. Взяли шлем, точнее. Так, все. Возвращаемся обратно. Я думаю, здесь мы сможем подняться дальше. А, не-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 не. Вниз. Так, здесь можно ящик сбить, сундучок. Так, все правильно. Ну, тут, на самом деле, без разницы, походу, куда идти, или справа, или слева. Ну, пойдемте направо. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, окей. Ай-яй. Так, поднимаемся наверх. Так, как бы нам... Блин, должен... Ну ладно. Немножко не то, что я хотел, но ладно. Бриллиант. И еще один сундучок. Не, должен как-то он взяться за... Должен... Не хочет. Ладно. Так. А что у нас дальше-то? Я не помню. Ага. Та-да-да-да-да-да-да-да. Этот бот... Ну, конечно, он сам повалился. Здесь у нас какие-нибудь кристаллы. Мороженка. И кристальчик. Так. Есть секретные... Блин, есть, наверное, никак какая-нибудь секретная комната, нет. Так, мы все правильно, да, здесь у нас еще одна деталь. Ну и, собственно, по накатанной. Так, есть. Взяли детальку, выпускаем болтовню, полетел дальше. Все, осталось нам теперь уже в левую часть корабля. Так, здесь сейчас вниз.
doom. Так. Все. Ах, ты таракан! Так. Есть ли у них какая-нибудь... Да, точно. Секретка, но она, собственно, и на Нессе тоже есть в этом месте. А что ты играл тут наверняка? Без труда сюда попадет. Так, нет, погодите, а там случайно нет ли продолжения? Нет, нету. Ладно. Та-да-та-да-да, на пощам. Так. Так, ну здесь, наверное, какой-то должен быть полибриллиант какой-то. Вот здесь вот, наверное. Здесь вот есть? Есть, 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 нету. Нет. Так, наверху должен быть что-нибудь. Так, а внизу? А внизу, внизу, внизу. Есть. Так. Ну все, вот она, еще одна деталь. И, по-моему, последняя. Отлично. Так, сейчас немножко левее, там, по-моему, что-то должно быть. Какая-то вкуснятинка. Так, ну что? Так, ну что ж, сейчас нас требуется просто-напросто спуститься вниз до самой улицы и налево обратно на начало уровня, чтобы передать костюм Фентону. Фентон. Да, Фентон. Он передает свой костюм и поможет нам открыть стену, которая справа внизу. А ее нужно взорвать ракетами. Он нам с этим поможет. Тупо спускаемся вниз. Вниз, 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 постоянно вниз. Вниз аккуратненько. Та-да-та-да-дам. Так, попробуем забраться. А, ну мы так забираемся. Ах ты негодяй! Вам повезло, я нашел говорит, весь костюм. Да ладно. Теперь все посмотрим. Ну, один момент. Я нашел свою счастливую двухдолларовую купюру. А дальше никогда не помню, что он сказал. Короче, мистер Супер Крэк переоделся в свой костюм. Тебя будут убивать. Ракеты, конечно, дают жару. И мы тоже. А мы кушаем мороженое, да? На, по щам. Не сможешь ничего не делать, он самых... Дальше все. Расфигачу. Отлично. Отлично. Так, ну что? Сейчас мы уже приближаемся, собственно, к этой зеленой стене. Эй, мэн! Чё пропал? Иди сюда. Вот видите, если будете слишком торопиться, походу, не понял. Какого... Да, не потеряйте. Нам нельзя его терять.
Не торопитесь, да, он может убежать просто у вас из рук. Вот оно, это место. С доставкой это зеленый сыр. Да никаких проблем! Ба-бам! Ну да, и трусы розовые слева. Короче, мы взорвали, освободили. Так, здесь у нас Battle Girls. Опа. Та-та-да-да. Так. Так. Опа, точно. Хе-хе-хе. Ну, жаль, не по башке, ну ладно. Так, давай еще кристалл, еще один. Нету? На тебе. Так, есть ли какой-нибудь кристальчик есть? Нету? Нету. Засранца, а? Жалко, что ли, да? Ну и все, побежали, подумали. Неуязвимостью. А мы так не будем, мы лучше, кстати, возьмем лучше сундучок. Честно говоря. Так, есть секреточка. Эти, естественно, тоже все помнят. Все, у нас 7 сердечек. Поверьте, они пригодятся, потому что последний уровень далеко не самый простой. В принципе, не сильно сложно, но из всех, как бы оно банально не звучало, действительно сложный. Из всех уровней. Угу. Та-да-дам. Так. Дайте бриллианты. Нет бриллиантов. Вот, собственно, кусок этого зеленого вонючего сыра. Сейчас будет босс, помните наверняка, это крыса, типа она мутировалась. Какого черта? Убить ее несложно. На башку прыгайте, когда она зеленеет. Старайтесь. Он если отключит суперсилу свою. Просто из ее вида уходим. Перепрыгиваем. Очень просто. Да хрен ты меня достанешь. Да хрен тебе. На по башке тебе. Крыска. На тебе еще. Опа. А хрен тебе. А не догонишь. Не достанешь. А фигу. И иди сюда. По щам. Хорошо. Хорошо, да? По щам. Ах ты попка тараканья, а? На тебе еще. Так, бежим. Нахрен тебе. Ну зараза какая, а? Нормально. На еще. На еще. Опа. 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 И... Ах ты гадина. Ах ты жопу тут. Ты меня хоть подловил-то. На тебе еще. И бам! Все. Собственно, получили мы.
Это вонючий зеленый сыр. Saving content, please don't turn off your system. Итого у нас... А еще лям мы получаем за... Не пойми чего. Наверное, за все собранные, надеюсь, бриллианты. Мы это сделали, ребята. И что у нас последний уровень остался? Флинти. Флинти, я не помню, как его точно зовут. Кое-что нужно здесь пока еще ничего. Мы тут общими усилиями с этим своим конкурентом пытаемся достать какой-то скипетр, по-моему, если не ошибаюсь. Так, мы сейчас... А, ну здесь все тупо вперед. Да, здесь нужно было просто с камушка прямо так прыгать. Да. Ну ничего страшного. Жизни у нас хватит. Вот так надо просто. Хоп. Но уровень заставит немножко попотеть. Ах ты гадина, ну ладно. А, ну все. Ты скотина. Ну сранка какая, а? Так, ну здесь опять потянем. Уткам, которые прыгают из воды. Ай-я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 й. Да, чуть-чуть не допрыгнул. Допрыгну сейчас. Опа! Опа! Еще. Гу-гу-гу! Чуть не умер, а? Так, нет. Так, может здесь есть еще? Есть еще. Так, вот здесь у нас тут все во мраке. А у нас на заднем плане этот самый наш конкурент. А хрен тебе. Не будем задерживаться, что-то тут. Думаю, тупо как можно быстрее постараемся добраться. Мороженое! Так, что здесь? Что? Ага. Ай-яй, не хочу. Да. Ради бриллиантов можно пойти на риск. Там здесь камушек. Здесь благополучно. Прячемся. Так, мне здесь нужно просто вот так сделать. Давай, вот я тортик. Блин, лучше вот... Ну ладно, в принципе. О! Бриллианты. Ай-яй-яй-яй-яй! Эх. И вот так. Да. Мы с него, может быть, только... А, так, у нас секретка слева. Сейчас мы сначала возьмем.
полетели. Так, не-не-не-не. Так, варианты нету. Так, вот здесь вот я, если честно, на некоторых местах фейлился, потому что здесь нужно просто в последний момент выпрыгнуть. Надо будет сейчас мне вспомнить. Вот здесь я подыхал. Естественно, опять я здесь дух. Блин. Здесь нужно выпрыгнуть. Там в последний момент, даже когда он уже вообще там в воздухе. Уже когда падает вообще. Вот попробуем вот так сделать. Опа! Да как же так-то? Вроде дивизия. Ой, как неприятно. Ну ладно. Поехали. Пойдем. Будем еще позже, значит, выпрыгивать. Да твою дивизию! А куда уж позже-то? Ух ты, блин, а? Ладно. Ладно, еще позже, ну я не знаю. Ну давайте попробуем еще позже. Вот так вот. Ну ладно. Ничего страшного. Живы-здоровы. Здесь тоже, кстати, будет какой-то момент. Ну, похожий. Вот здесь. Здесь тоже нужно в последний момент выпрыгнуть. Ладно. Ну, будет возможность добить все бриллианты. Самый вообще последнейший момент просто вот здесь. Да. Так, мороженое. И бриллиантик. Да ей. Так, все. Ой. Здесь не останавливайтесь, даже если здесь будут бриллианты, ребят, лучше не останавливаться. А хотя нет. Это значит, это не здесь. Есть такое место. О, красный бриллиантик, отлично. Так, вот эти цепочки отваливаются, так что заранее предупреждаю, когда будете проходить. Очень шустренько надо все. Так, что? Вниз, да, вниз. Ну, остался последний рубеж у нас. Так, сейчас будет у нас вообще негодяйшний просто босс. Вот такой вот, типа Дракула. Убить его сейчас я не очень, что у него несколько фаз, магика будет бросать в котел рандомные всякие фигни. Зеленый — это вот такой дракон. В принципе, здесь не очень сложно все. Бегайте справа-влево, стороны в сторону. Опять он появляется. Прыгайте на летучий мышь и, собственно, на него потом. Когда он бросает другую красную, сейчас он превратится в такую здоровую рожу, не пугайтесь. А нет, нифига. Летучие мыши. Что здесь нужно сделать? Очень быстро сориентироваться, найти коридор свободный, чтобы вас, собственно, не задели. Очень быстренько надо. Ай-яй-яй-яй! Не успел. Так, вот. Нормально. Тут еще одна фаза просто есть. Когда он кидает другой, появится такая большая рожа. Опять дракон. Повезло, нам пока везет. Пока что нам очень даже везет. На!
Да, вот сейчас, ребят, не пугайтесь. Здесь уже Брайл меня задел сейчас. Приседаем за клюв. Ну, в принципе, все. Под клюв. Не за клюв. Да, здесь уже двойные летучие мыши. То есть, как лесенкой поднимаемся до него. Так, сейчас у нас будут летучие мыши. Так, они уже побыстрее будут соображать. Так. Не успел. Далее. Успел. Дальше. Вот он. Есть. Все, так, собственно, сейчас опять будем подниматься по этим летучим мышкам. Раз, два, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Обидно, досадно, но ладно. Да ёб твою дивизию. Вот так вот. Так, надо собраться. И оп. Есть. Так, сейчас что? Так, сейчас будет рожа, кстати, страшная. Так. Нормально. Отлично. Замечательно, не попал по нам. Опять произойдет это вот эти летучие мыши. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На! Собственно, все. Это типа Дракула. Окаменел. О, boys, I'm so glad you're all right. Как же он рад. Ты знаешь, что ты с нами придешь. Что ты нас спасешь. Давайте вывалить отсюда, нас зигзаг ждет. Гломгоуд, в общем, что нужно сейчас сделать? Мы сейчас... Вот они бьются. Нам нужно быстрее них подняться. Вот здесь вот может возникнуть пару фейлов у меня, но я постараюсь... Ай-яй-яй-яй-яй! Давай, да что ты, ёб твою мать! Да куда? Давай! Вот здесь я. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой! Можем не успеть, и мы не успеем, ребята, не успеем, хрена! И мы успели! Успели! Пока нам долетало. Ой-ой-ой. А это еще не все. Опа. Нормально, мы поднимаемся. Все, успеем. Главное не сикать. Не сикать. Где? Я не верю просто. Я не верю. Так, да, наверное, много лишнего я делаю здесь. Поэтому так... Ой-о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 й. Нельзя так фейлиться. Нельзя. Это просто... Да что происходит-то? Так, ребят, это непонятно же. А что это я не допрыгиваю-то? Ней! Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж происходит-то? А может быть нужно тогда... Вот. Да. И с последней секунды нужно зацепиться. Обязательно подняться до самого конца. Да ёп. И зацепиться в самый последний момент. Что, конечно. Да вашу дивизию. Ну все, я уже
Все, руки не слушаются, джойстик. Ну давай! Как так-то? Как? Да что ты будешь делать? Ладно, ладно, походим. Ой-ой-ой, много лишнего времени, много лишнего движения. А я знаю, вот почему, да. Здесь можно было сразу на... Да. Сразу на вторую или на третью запрыгнуть, чтобы не тратить время. Да ёб твою дивизию. Ай, надо было на третью, ну ладно. Давай, 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 родной, давай. Вот так вот. Ой-ой-ой, мы опять не успеем, мне кажется. Оставлю комментарии, это конец игры, ребят, но давайте посмотрим мувик. Come on now, boys. We may not have got to keep the treasure, but we had the adventure of a lifetime. And best of all, we got to share it together. You, Webigail, Launchpad. And Epworth, too. Don't forget about Mrs. Beakley. And Bubba. And Fenton. And Shiro. They helped us, too. Indeed they did, lads. Now, come on. Let's head for home. Let go of me, you doddering old dead lady. Oh, pipe down, you mangy bird. It was real swell of you to give Glam Gold a lift home, Mr. McD. Hi. I'll put it on your bill, Flinty. You can pay me back in, oh, say 3 to 5 years. With interest, of course. I'll get you for this, McDuck. Mark my words. Now, there's a sight I never got tired of. Come on, lads. Let's head to the ice cream shop. Hey, can we each get our own cone this time, Uncle Scrooge? Oh, why not? I'm in a generous mood today. In fact, each of you can even get a cone with ice cream in it. Что, всем спасибо всем, кто был сегодня с нами. С вами Retro Console Team, Daniel NB и Alex Sky и Удал 200. Все забывали, 213, не 300, 213, грешник, Лара Голд. Все были здесь, к сожалению, прибежали в необходимую ситуацию, но ничего. Всем спасибо, что были с нами.
Всего хорошего. Пока.